Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Никита. Меня зовут Ксения. Привет, меня зовут Полина. Привет, я Алина. Здравствуйте, Стольникова Ирина. Меня зовут Аркадий. Сколько времени вы проводите в соцсетях в день примерно? 4,5 часа в день. Вообще, я думаю, что 4 часа, но по правде, наверное, больше. Ну, 6 часов. В среднем 3 часа, наверное, 4. Я думаю, около 5 часов. Ну, примерно 2-3 часа. 2-3 часа в день. Какими соцсетями вы пользуетесь? Я использую такие соцсети, как ВКонтакте, Snapchat, YouTube и TikTok. Как все пользуются ВКонтакте, Twitter, Instagram, Telegram и YouTube, если считать. ВК, Twitter, Instagram, Telegram иногда. Но в основном это ВКонтакте, Instagram, YouTube, ну и там мессенджеры типа WhatsApp, Telegram. ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, другие. В основном это социальные сети во ВКонтакте. С кем вы общаетесь в соцсетях? Обычно я общаюсь с друзьями и родственниками. Обычно это друзья, но также родственники. Ну, с друзьями, с родителями иногда. Ну, чаще всего с друзьями, но вообще с семьей тоже могу. С коллегами по работе, с мамой, с родственниками, с друзьями. Я общаюсь там с друзьями и коллегами. А какое общение вы предпочитаете, виртуальное или вживую? Я предпочитаю более живое общение. Конечно, лучше живое. Ну, вживую, конечно. Ну, наверное, скорее вживую. Ну, в зависимости от ситуации, от цели, иногда виртуальное общение, когда нужно больше как-то вдумчиво сформулировать мысли, слова какие-то, тогда виртуально. Но вообще, конечно, вживую. Сложно ответить на вопрос, какое общение я предпочитаю, потому что, конечно, вживую всегда лучше, но есть ситуации, конечно, люди, которые живут в Красноярске, и тогда, конечно, виртуальное общение – единственный выход. Если у вас интернет-друг, это человек, с которым вы общаетесь и никогда его не видели вживую? Нет. И... Да, есть. Нет такого. Ну нет, таких нет. Всех видела вживую. Нет, таких друзей у меня нету. Можете ли вы представить себе жизнь без соцсетей? Нет. И... Раньше могла, сейчас, когда я повзрослела, уже невозможно. Я бы сказала, что нет, это сложно. Если честно, нет, не могу. Ну, сейчас это сложно, а, наверное, нет. Наверное, да, я могу представить свою жизнь без социальных сетей. Каковы ваши цели использовать соцсетей? В соцсетях я обычно прослушаю музыку, играю в игры и читаю разные интересные статьи. Обычно это общение, либо передача какой-то информации там по учебе, либо просто просмотр новостей, ньюсфид, не знаю. Общение с близкими, с друзьями и иногда это информация. Все. Ну, в основном, наверное, коммуникацию. Большей части по работе и общению. Я там общаюсь, я слушаю музыку, это все.